Ирина Трушина, студентка медицинского вуза. Как будущий врач, понимает важность прививочной кампании, потому вакцинацию проходит каждый год. Девушка отмечает, как только начала прививаться, стала реже болеть. В данной эпидемиологической ситуации, вообще считаю, самая первая вещь, которую сделать должен, наверное, каждый гражданин, каждый житель, надо себя как-то все-таки оберегать, любить и защищать, особенно если государство дает такую возможность. Прививки сделали уже свыше 40% жителей региона. В первую очередь медики рекомендуют вакцинироваться школьникам, студентам, врачам, учителям и другим работникам социальной сферы, беременным и пожилым людям, а также пациентам с хроническими заболеваниями. Своевременная вакцинация позволяет либо не заболеть гриппом вообще, либо если пациент все-таки заболел гриппом, то это позволяет избежать всех его тяжелых осложнений. В этом году, отмечают эксперты, вакцинация стала популярнее у населения. Только в одну первую городскую поступило больше 14 тысяч доз вакцины. Подробнее о прививочной кампании можно узнать на сайтах поликлиник, а также задать вопрос своему лечащему врачу. Саму процедуру упростили, теперь не нужно заходить в регистратуру. Можно сразу обратиться в прививочный кабинет, пройти осмотр врача и сделать укол. После прививки, рассказывают медики, формируется иммунитет, который сохраняется минимум год. В Самарской области планируется привить 60% жителей, что должно создать коллективный иммунитет. Мария Левина, «События».